Եվ այսպես ուշադրություն հարգելի բարեկամներ, ահա թե մենք ինչու ենք ընդհանրապես մեր կյանքում պարտվել թուրքերին։ Այս տեսանյութը շատ կարևոր տեսանյութ է, բոլոր հայերը պետք է պարտադիր դիտեն սա։ Գնացինք։ Մենք հպարտանում ենք մեր նախնիների ձեռքբերումներով, բայց մենք այդ ամենը կորցրել ենք, իսկ ինչու հաղթեցին թուրքերը, հաղթեցին քանզի Վարդան Հարությունյան։ Վարդան Հարությունյանը գրում է, մենք հպարտանում ենք մեր նախնիների ձեռքբերումներով, ովքեր կառուցել են մեծ տաճարներ, պայքարել են Կիլիկիայի, Վանի, Անիի, Նախիջևանի, Արցախի համար, ստեղծել են մեր հնագույն քաղաքակրթությունը, սակայն ինչ են կարել մենք, նրանց սերունդները, մենք այդ ամեն ինչը կորցրել ենք, և ոչ թե այն պատճառով, որ թույլ ենք եղել, այլ նրա համար, որ ոչ ոքիս ոչինչ պետք չէ։ Երբ Անդրանիկը հիասթափվեց ամենից, մեկնեց ԱՄՆ և իրեն կերակրելու իր կյանքի վերջին տարիները ապրելու համար տաբուրետկա էր սարքում ու ծախում։ Կալիֆոռնիայի բոլոր հայերը պիտի մեր հերոսին միայնակ չթողեին, սակայն ոչ մեկին ոչինչ պետք չէր։ Իսկ ինչու հաղթեցին թուրքերը? Հաղթեցին, քանի որ նրանց պետք էր հաղթանակ, ու նրանք ամեն ինչ արեցին այդ հաղթանակի համար, իսկ մեզ? Մեզնից ոչ ոքին ոչինչ պետք չէր։ 1%-ը պայքարում է ժողովրդի իրավունքների համար, իսկ ժողովուրդը այդ ընթացքում նայում է նրանց և միայն կողքից խորհուրդներ տալիս։ Նյութի աղբյուրը Yerevan Times.com. Պրոտուրեցկի սիլի կոնտրատակավալի պոզիցի սիրիսկայ արմիի պո վսեմու ֆրոնտո։ Промедление с началом наступления привело к контратаке со стороны боевиков. На фоне того, как наступательная операция сирийской армии в сирийской провинции Идлиб была задержана по ряду вынужденных причин, что обусловлено необходимостью усиления сирийских подразделений современной техникой и вооружением, боевики провели неожиданную контратаку. Суммарно, в течение суток, проведя 20 нападений на посты сирийской арабской армии и районы сосредоточения сирийской армии. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 20 обстрелов со стороны позиций террористической группировки Джабхат ан-Нусра, из них, по данным сирийской стороны, в провинции Идлиб зарегистрировано 7 обстрелов, в провинции Алеппо 7 обстрелов, в провинции Хама 2 обстрела, в провинции Латакия 4 обстрела. В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Меланджа, ранен сирийский военнослужащий, сообщает Центр по примирению враждующих стороны Министерства обороны России на территории Сирии. Нападения со стороны террористов призваны сорвать наступательную операцию сирийской армии. При этом, речь идет лишь о зафиксированных нарушениях по деэскалации, что указывает на тот факт, что Анкара по-прежнему не выполняет свои обязательства, что дает России право отказаться от выполнения других условий сделки по региону. Казахстан берет курс на отказ от всего русского. Парламент Казахстана решил перевести все вывески, меню и указатели только на казахский язык. Русские будут оставлять лишь при необходимости. Законопроект уже прошел второе чтение. Часть казахского общества стала возмущать то, что многие казахстанцы в повседневной жизни отдают предпочтение русскому языку. Что ж, это вполне укладывается во второй шаг казахских националистов после языковых патрулей. Все вывески, рекламные объявления, ценники, меню, указатели и другие объекты в Казахстане должны быть на казахском языке. На русском, при необходимости. С таким заявлением выступил на заседании Мажилиса член Комитета по социально-культурному развитию парламента Казахстана Берик Абдыгалиулы. Власти Казахстана стараются забыть русский язык, на котором пока свободно говорит и пишет 84% граждан и обучается 34,3% студентов. В результате этого население Казахстана становится неконкурентоспособным на просторах бывшего СССР, прежде всего из-за неконкурентоспособности казахского языка по сравнению с русским языком. Причем это отмечается не только в самой России, но и в других, даже соседних республиках. Вряд ли на казахском языке будут говорить даже в соседних Киргизии и Узбекистане, не говоря уже о Турции, которая зовет все среднеазиатские республики к объединению под своим началом. Может быть, местное казахстанское население сможет в совершенстве изучить турецкий язык, чтобы конкурировать с турками в Турции. Вряд ли. Русский язык они забудут, а другие иностранные языки в достаточном объеме не выучат, за исключением, может быть, 10% населения. Для этого хватит пары поколений и все. Только в поле можно идти работать чернорабочим, урожай вручную собирать. В Казахстане проживают около 3,4 миллиона русских, это почти 18,5% населения. Что будет с этими людьми, даже если все они поголовно будут изучать казахский язык,
то вряд ли будут так же бегло говорить, а тем более писать на нем, как казахи. Значит, никакого карьерного роста и прозябания на задворках с низкой зарплатой. А в это время Сергей Кужугетович Шойгу собрался строить новые города в Сибири. Квартиры в новостройках будут выдавать всем приезжим. И почему бы этим 3,4 миллиона русских не переехать в эти сибирские города или на Дальний Восток, который тоже собираются усиленно отстраивать? Сейчас в Средней Азии кириллическая письменность осталась в Таджикистане и Кыргызстане. В Узбекистане и Туркменистане давно используется латинский алфавит. ВСУ поменяли тактику в Донбассе и теперь наносят высокоточные удары. Киев решил сменить тактику ударов по Донбассу, все чаще используя беспилотники. Вооруженные силы Украины решили кардинально изменить подход к тактике штурма самопровозглашенных республик Донбасса, отказавшись от беспорядочной стрельбы и нанося исключительно точные удары по силам ополчения Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент известно о том, что ВСУ все чаще задействуют беспилотники как для корректировки ударов по позициям ДНР и ЛНР, так и для нанесения ударов непосредственно самими дронами. В то же время существует очень серьезный риск того, что ВСУ начнут применять не только приобретенные ранее у Турции Блабайрактар, но и дроны Камикадзе. Противник немного другой уже теперь. Стали применять беспилотники и для разведки, и для корректировки, и для ударов. Уже где-то в 17 году часто это было. Обстрелы стали намного точнее, не такие, как в начале войны, поделился информацией один из ополченцев ДНР. По словам ополченцев, тактика работы ВСУ кардинально изменилась, и в настоящий момент вопрос применения современных ударных беспилотников и дронов Камикадзе – это не более чем вопрос времени. Речь сразу заходит о беспилотных летательных аппаратах Байрактар и барахлюющих боеприпасах Харор, которые проще называют дрон Камикадзе. Именно эти два вида техники не сходили в заголовках СМИ весь период войны в Карабахе, став ее главными звездами. Андрей Камыжикин считает, что их массовое появление на Украине и применение на линии фронта – только вопрос времени. Именно с ними связаны его главные опасения, сообщает издание «Народные новости». Ранее о бедственности положения сил ополчения в Донбассе заявил и другой российский военкор Александр Харченко, отметив, что у ДНР и ЛНР нет шансов выстоять против беспилотников Байрактар ТБ-2. У Чигидем Патальазми Урбаниц Минчевесор Эрку Анкаме Мурахацемека Херос Брежи Харсаник Невен Урахацемем. Իս մյուսը նաև, որ իմ տղերքի հետ գնացել է քեֆի, հերոս տղերքի հետ այլ է, իս երրորդ ուրախությունով բոլոր ուրախությունների մեջ պարուրված է սփյուռքի ներդրած գումարը, ներդրած լումը, ներդրած միլիոնները, լումա չի կարելի ասել, կներեք, դա միլիոններ է, ու այսօրվա այս ուրախությունը, որ շարունակվել է, այսօրվանից սկսել է ու վաղը իր Հավուր պատշաճի մեծ հարգանքով սկսվելու է ու ավարտվելու է այդ պրոցեսը, դրա գլխավոր քավորը, դրա թագավորը, դրա ամեն մի քարի վրա, քարը քարի վրա հենած պրոցեսի գլխավոր հովանավորը մեր սփյուռքն է, մեր բոլոր են բլոգերներն են, որ աշխատեցին այդ ուղղությամբ մհերը, ամենակարևորը և այնտեղ էլի մեծ գործեր են արվել, բոլորից շատ շնորհակալ եմ, ես ուրախ եմ, որ մեր հերոսը վագոն տնակից, որ իրան չէր պատկանում, տեղափոխվելու է քարե շինության մեջ, որը որ ես նկարել եմ, որը ես մհերն էլ նկարել, իարգերեք մհերն նկարել,